Это называется бихевиоризм. Вам нужна работа? Мистер Рэббитс, детектив Нолт. Я вам недавно звонил. У вас есть время поговорить о вашей лицензии? Мы не сделали ничего противозаконного. Моя компания единственная на западном побережье, имеющая лицензию на разведение магических тварей. Все продажи документируются. У нас имеется мастер-лист. Накануне мы с Ленор проверили представительский список и не обнаружили ни одной пропажи. Значит, кто-то еще создал лошадь, которую вы ищете нелегально. Кто? Такой магии нужно учиться годы. И она стоит хороших денег. Это могли сделать лишь специалисты экстра-класса, а такие работают только на вас. Вы можете просмотреть мою картотеку, но только потому, что мои сотрудники безупречны. Есть вполне процветающий черный рынок экзотических диковинок. Каждый год их сотнями контрабандой переправляют в эту страну. В общем, доставайте тех, кто действительно нарушает закон.